Бить не обязательно. Главное задеть повыше. О. 52. 56. 356. Самый высокий пока. О. 23. Он будет прыгать 10 минут. Нет. Прыгаем карты. По одной попытке? С разбега. 348. Записываем число. 355 он прыгнул. Сейчас я верну. Вернуть? Не надо? Давай. Достанет? Ты уже все убрал. Тридцать девять. Тридцать пять. Пятьдесят два. Ну сейчас скажут, я. Пятьдесят четыре. Ну, всегда первая цифра три. Можешь писать 54. Во. Вот по этому. 30, 40, 52. 56. Два по три. 356. Плюс. 327. 58. Так, подожди. 30, 40. 58. 58, правильно. 358. Плюс 2 сантиметра. 54. 354. 54. Во. Сейчас лучше. 328. 70 плюс убрал. Так, тебе оставить сколько, как было? Ну давай лишнее уберу, чтобы не мешали. 50. Так, 20, 30, 40. Вот, 50. Да все, они последние прыгают. Они, это они уже по своему удовольствию. Чуть-чуть меньше. Да, 56. Нет, 2 сантиметра, 2-3. Все? Чуть-чуть. Ты первый, ты по-любому? Давай. О, красавчик. Нормально, нормально. 40, ну 39, если честно. Ау. А я все снимаю, я же одел.
20, 30, 40. А ты зря за день вот отстал. 50. Да, тебе сейчас надо его перепрыгнуть, там ты делал. Хочешь прыгать? Давай попробуем. Но был лучше, чем предыдущий. Значительно. Серёх, нет, это реально вот я 40. Сейчас было больше, сейчас было 45 где-то. Нет, 52. Давайте, у нас есть это, эталон. Сейчас скажу, погоди. Сейчас. Так. Да, 3,55. 43, по-моему. Сорок три. Нет. Ну где-то 40 было. Буквально 3 сантиметра не достал. С Локомотивом играли в Новосибирске? Да. Он все убрал. Но всю. Он на нее же прыгал. И если интересно, в интернете есть видео, я снимал их. Можете глянуть. Там вся команда прыгала. Это я. Тридцать. Я лучше покажу, у меня по имени фамилия. Да. О. Ты по ней ударил сбоку, а не по... Да, не по делениям. Так-то было бы выше. Да, эти двое самые монстры были. Я не помню, но там было 60 плюс с чем-то. А ты хоть подпрыгнул, нет? По-моему, нет. 35 с места, 350 с разбега. Ну, я-то маленький, нет. Погоди. Так, 20, 30, 40, 46. Кто там прыгал? Все вернуть или что? Давай. Чё просил? Все достал. Погоди, пускай, да, чтобы один и тот же прыгал, чтобы деление не переставлять. Потом скажу, сколько будет. Отлично. 44. Ладно. 45, возможно, даже. Возвращаю? Ну да, или да. Балкон невысоко, по-моему, он что-то где-то 3,50. Да. Сапожков достает точно. Он вообще. А, сверху, ну нет, это, конечно. Ты просто за всеми ходишь и еще пару делений убираешь. Ну, я убрать эти. Ой. Вернуть, в смысле? Давай по красному вернуть. Запасом. Это так же, как предыдущий был. Кто там из вас сейчас прыгал? Фу. Да, да, да. 42. Сорок девять. Красный не задел. А, предыдущий, по-моему, задел. Да,
Там сантиметр промах. Я по делениям на самой линейке поставил. То есть каждая красная соответствует, а на линейке чуть-чуть промах. То есть вот это вот 20-е. 20, 30, 40, 50 красные. По ним ориентируйся. Белую тоже задел. 51. Да, можно сказать, 51, 52. Лифта? Ну, а он и не сильно прыгнул. А, он все, я думал, он еще раз прыгает. Ну, давай по твое верну, которое было. Ну, на нее еще прыгать надо уметь. Первое время косяк в этом. Не-не-не. 52. 52. Сейчас на сантиметр выше, чем предыдущий. Нет, чуть не разбежался вообще. Ну. Это твоя? Нет, следующая красная. Красная десятками идут. Нет. Да все, все уже чувствуется тяжело. В 2 часа прыгнет. Потом на канале посмотрите.